Мама – самый близкий и дорогой человек на земле. Она всегда узнает тебя из тысячи других детей, твой голос, твою походку. Она всегда будет тебя любить и желать только лучшего. Материнское сердце любит своих детей, что бы ни случилось. С тех самых пор, как в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки своего малыша. Мамочка, я тебя люблю. Она будет любить тебя не за какие-то поступки или достижения. Она любит просто потому, что ты есть. Мама, я тебя люблю. Мама – это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. Мама, я тебя люблю. Нет того, чего бы не выдержала любовь к матери. Цените и никогда не забывайте это. Я тебя нашла. Вот она моя девочка. Я тебя люблю. Мы часто обижаем своих матерей, не ценим, не прислушиваемся, постоянно заняты и не находим времени. А ведь мамам много не надо. Им надо, чтобы их ребенок сказал заветные слова. Мамочка, я тебя люблю. Я тебя люблю. Где бы ни была сейчас ваша мама, позвоните, обнимите, поблагодарите и обязательно скажите ей. Я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю.